20 апреля 2019 года с 9:30 до 12:45 в средней образовательной школе номер 1 принимает кровь Московская областная станция переливания крови. Донорская акция «Подари жизнь» проводится каждый месяц в городе Сергиев Посад. Донором может быть любой гражданин от 18 лет, у которого нет медицинских противопоказаний. Донору предоставляется 2 дня оплачиваемых отгулов и денежная компенсация на питание. Донор должен подготовиться к сдаче крови в течение 2 дней, не пить спиртные напитки и не есть жирную пищу. Утром выпить чай с печеньем. Также советуют не курить за час до сдачи крови. Мы призываем всех принять участие в этой акции и помочь тем, кто нуждается именно в вашей крови. Если не успеете или не сможете записаться, то донорская акция «Подари жизнь» проводится теперь каждый месяц.